«Мурыжик» – трогательная история про рыжего кота. Аня написала ее в 7 лет. За основу сказки была взята реальная история, которая с ней произошла. Писательский талант девочки поддержали родители, и она решила принять участие в окружном конкурсе «Мы сочиняем и рисуем сказку». Я хотела показать этой сказке, что можно быть добрыми котам и к животным всяким, которые живут на улице, можно их подкармливать и можно их приютить как-то. Конкурс стартовал в конце октября прошлого года. В округе он проходит 6-й раз. Кроме того, не только у детей, но и взрослых появилась отличная возможность стать сказочником или иллюстратором. То есть у нас ограничений по возрасту нет. Есть такая номинация, как дети и родители. То есть могут родители вместе со своим ребенком написать сказку. Мы понимаем, что ребенок не может 2-летний, сам 3-летний сочинить сказку, но он может подсказать сюжет, который оформит красиво родитель. Церемония награждения прошла в Доме культуры «Солнечный». 72 участника, которые старательно сочиняли сюжеты и придумывали иллюстрации к своим произведениям, получили дипломы. Кроме того, главным призом для лауреатов стала книга с лучшими сказками всех конкурсантов. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».